О, отлично. Помнишь, вот, как они расположены? Это Юпитер и спутники. Сейчас достану телефон. Да я так вспомню. Значит, верхняя правая — это Европа, ниже нее, левее, ниже нее Европа, Ганимед. Калисто рядом с Юпитером, Ио. А Ио слева от Юпитера. То ты посмотри, неплохо видно. Хотя нормально. Еще светло. Так, это у нас сегодня что? Это у нас сегодня 6 июля 2019 год. Харьков, 21:11 по Киеву. Да очень неплохо видно, ты посмотри. А ну подожди, сейчас я чуть-чуть его. Ничего себе, как оно приближается. Ну конечно, здесь 83 крата оптического увеличения еще. Нифига себе. Цифрового увеличения 4 крата. Нормально. Все, убери. Вот. Отойди чуть-чуть в сторону, чтобы когда мы топтались по земле, дрожание на камеру не передавалось. О, копы. Менты. Шухер, менты. Ну смотри, неплохо видно. Шухер, менты едут. А, там что-то. Так, ладно, посмотрим теперь на месяц. Сейчас она чуть-чуть дальше пройдет. Вот так. Ба-бам! Менты. Так. Все, надеюсь я снять Меркурий с Марсом на закате. На закате солнца, на закате солнца, закате Маконца. Ну ты, кстати, посматривай на горизонт. Там хотя дымка есть, может что-то и заметил. Да что я там замечу? Как она выглядит? Просто звезда? Так как? Ну так же, как, ну это не звезда, просто планета, звезда. Да, яркая точка была. О, а этот Луну? Да, Луна вчера была в перигее, то есть на ближайшем расстоянии от Земли. Сейчас до нее 363 тысячи километров. Пешком можно дойти. Глянь на эту красоту. Ого! Ничего себе, как она снимает. Это еще, не, это еще не ого, вот это теперь вот это ого. Моха. Ничего себе, кратеры. Ты, по-моему, говорил, там были какие-то кратеры с названиями. Да они все с названиями. Ну, я же говорю, какие-то. По-моему, что-то такое блескнуло только что. Вон, смотри, ты видишь, вот это движение по экрану сейчас Луны, это с такой скоростью Луна движется вокруг Земли. И... А фотик что, сам фокусируется? Он движется за Луной? Нет, он стоит неподвижно. Это как раз Луна движется вокруг Земли. А-а-а. Просто когда мы смотрим невооруженным взглядом, глазом, она Луна... еле двигается. Мы не видим этого движения, оно слишком незаметное для нас кажется. А когда вот в таком приближении, крупном, какой большом... Какой клёвый фотоаппарат. Да, неплохой. А еще лучше есть? Конечно, есть. Даже этой фирмы же нет. А Nikon Coolpix P900, а есть... Здесь 83 крата увеличения. А есть Nikon Coolpix P1000. И там уже увеличение оптическое 125 крат. В этом 83, а там... О, менты опять проехали. Природой пахнет, как старый 2012. Да, но мы же были не на том месте в 2012. Тебе было 2 года. Я помню, мы тут проходили когда-то. Ну, это уже без меня. Это такая радость была тут проходить на природе. Тут такой свежий запах фрикаделек. Прям лечит, хочется поспать. Отличная идея.
Так, ну что, ладно, подождем еще. Ну, я, по-моему, какое-то мерцание видел там на желтом небе. Либо это... Ну, это может быть оптическая иллюзия, потому... Ну, опа! Да. Чего? Убежала. Та, ну, треногу дернул. И одеяло убежало. Улетела простыня. Так. Лады. Снимем еще чуть попозже.